И 15-й факт. Сейчас я очень потолстела. Поправилась из-за того, что ем постоянно чипсы, вредную еду. И начала заниматься собой, спортом. И надеюсь, что получится у меня. Привет, ребята. Я думаю, все уже эти кадры видели из нового видео Насти. Новый канал у нее, кстати, ребята. Ссылочка в описании, если что, заходите. Вот. Но предисловие не видел никто. Что было перед тем, как она это поняла? Смотрите. Короче, ребята, самое сложное видео, когда ты уже смонтировал, выбрать то, от чего нужно отталкиваться. То есть картинку, заставку, название. То есть даже вот это вот видео, которое сейчас у нас, это с пляжа. Нужно придумать фотографию в купальнике, допустим, Насте. Насте абсолютно нигде не нравится, где она как выглядит. Я ей говорю, давай вот эту вот. Специально, что ли, блин? Что? Я ей говорю, давай вот эту вот. С попочкой. Где она обкакалась якобы. И назовем видео, обкакалась Настя. Может, Пашка обкакался? Ну так найди, где я обкаканный, я согласен. Вот эту давай, я обработаю нормально. У тебя тут складка попы не так правильно сделана. У тебя тут получается вот эта складочка левая, которая... Она какая-то... Срота не ставишь, тебе не разрешу, что ты сейчас снимаешься? Почему? Какая складка попы, блин, не так? Вот это? Вот это складочка, да, попа. Что тебе не нравится, моя попа? Иди сюда. Вот это нормально. Я тебя запустил куда? Ты мне даже ничего не говоришь, блин, ты не можешь сказать, Настя, ты жив? Не занимайся! Ничего не можешь сказать, блин, даже! Ах ты не жирная! Да ты не жирная, блин, у меня бока жопа, блин, стрёмная, блин, бока какие, живот какой! Настёна, ты себя сильно придираешь. В общем, ребят, все хорошо. Мы решили, что мы будем бегать. Я буду, даже если не бегать, то кататься с тобой на велосипеде, правильно? Да, на юность только пойду. И наши бока исчезнут. Все будет нормально. И жрать мы не будем твою воду, блин, всякую херню. Только попробуй еще купить. Будешь сам все это есть и пить. Ну что так нечестно, ты ешь, а я не могу. И тогда я тоже хочу, и поэтому я толстею. Я дома жила, так утолстела. С тобой живешь, только жрешь и жрешь. Жрешь и жрешь. Такая у меня хорошенькая. Ну, Настенька, как не снимать, такая хорошенькая у меня. Блин, я же устала. Итак, после целого дня страданий, ощущений того, что я толстая, от этих всех криков, Настюха делает подтягивание. Якобы от этого она станет худая и стройная. Я просто хочу для себя. Якобы она сейчас толстая. Всего, я же устала, не могу. Отдохни. Очень хорошо, Настя, прыгаете. Настя, ой, как хорошо прыгаете. Это все твое занятие? Нет. Вот так вот. Я так, говорю, все, сейчас ходишь, буду ты худеть. Что-то сегодня, тебя сегодня весь день камеры смущают, я заметил. Все, пока. Стюха. Знаешь, а какая там? Снимал лучше. Там хорошо я поснимал так-то. У тебя там сзади, когда я был. Потом увидишь на видео. Паша, уйди. Побежала. Настя! В скелет превратишься так. Deep,
Настюха. Настюха, я устал. Настя. Настя, остановись, пожалуйста. Настя. О. Настя. Настя, я устал. Все. Все. Я устал. Не убегай от меня. Ладно. Оставь меня здесь, умирай. Ты иди. Настюха, похудела, чувствуешь уже? Чувствуешь? Я вижу уже, вон оно. Орех-то какой, а? Орешек, орешек. Орешек мой, орешек. Девочка. Блин, да Паш! Все, больше не мешаю, буду просто... Ты можешь сзади снимать? Ладно. Ты когда тут стоишь, ты прям бежишь. Давай я буду сзади снимать. 4, 3. Итак, Настя накачалась. Настя накачалась, теперь она готова сделать роковой бросок. Подтягивание на брусьях, поехали. Настюха, давай. Давай. Весь мир смотрит на тебя. Нормально. И поднимайся. Вот, типа не задела ногами, я подниму камеру, типа не видно, что было. Во. Ты когда вот попу вжимаешь в себя, вот туда вот только что, вот как сейчас, она выглядит вообще ужасно. Это бабушкина. Бабушкина, да. Это бабушкина. Специально бабушке, но ненадолго. Девочки, слышали, нужно изредка делать попку, как у бабушки. Ну покажи. Да не буду я такое показывать. Че, куда пошла, Настя? Настя, ты что, от меня спрятаться решила? Настя, мамка домой зовет. Итак, мучения продолжаются. Настя решила похудеть за один день. Сразу, моментально, стать резко худущей теткой. Настя, а что ты уходишь-то сразу же? Настя, открой. Ты что пукаешь? В смысле пукаешь? Ну ты сейчас сидела и пукнула? Я не пукала. А что ты сейчас тогда убежала от меня? Просто пошутила. Пошутил? То есть, это шутка, да, такая? Пукнула, убежала, говорит, что не пукнула. Это шутка, да? Паша, все, я в душ пошла, пока. В общем, вы все поняли. Девки, они такие. О, ребятушки, решил покушать лазанью. Времени 11 вечера. Пахнет просто вообще волшебно. Настя делала... Ай, горячо. Настя делала вообще шикардосики. Настя, хочешь пожрать лазанью? Что такое негодяй? Понюхай просто, понюхай, Настя. Понюхай я. Вот она, еда после 11, смотри. Нет. Вкусно пахнет, иди отсюда. Настя, Настя, хочешь ее? Спасибо вам за то, что вы были снова с нами. Не расстраивайтесь, если у вас что-то не получается. Все всегда получится. Мы тоже иногда расстраиваемся. Блин, зря, наверное. Короче, все будет хорошо. Мы вас любим. Вы нас, надеюсь, тоже. Давайте, ребят, до завтра. До скорой встречи. Какой ты ужас вообще. Ты реально любишь всех этих подписчиков? Аглоедов этих маленьких? Кого? Аглоедов этих маленьких. Аглоедиков люблю. Любишь? Да. Они тебя не задолбали? Нет. Такие дотошные все пишут тебе, что-то хотят. А мне ничего не пишут, тебе пишут. Ты же отвечаешь. Вот видите, это была сейчас проверка. Настя, все, прошла проверку. Молодец. Потому что мы вас любим. Давайте, пока-пока. Нормально уже. Ну, куда? А, последний, да? Пока, а теперь на карты встань. Давай. Тихо, я там струсик. Давай.
А теперь у тебя школа гопника, что ли, какая-то? А теперь между зубов.